Праздник открытого неба в честь Дня воздушного флота России. 20 августа в 10 часов в аэропорту Емельянова вас ждет праздничный концерт, выставка самолетов, авиашоу, розыгрыш билетов удачи, экскурсионные полеты над городом. Бесплатные автобусы с 9 утра от гостиницы «Полет». Подробнее о празднике на сайте емельянова.ру. 20 августа – День воздушного флота России. Возрастное ограничение 0+.